Программа режиссура театрализованных программ в системе дополнительного образования обладает безусловной притягательностью. Во-первых, это возможность повышения своего профессионального уровня для педагогов. А во-вторых, для режиссеров это возможность получить дополнительную специализацию – педагогическое образование. Специфика магистерской программы – это сочетание двух базовых составляющих – педагогика плюс искусство. И обеспечивает магистерскую программу высококвалифицированные специалисты в обеих областях. Будете уметь составлять сценарий любого досугового мероприятия, воплощать и претворять его в жизнь, создавать режиссерский замысел и доводить его до конечного творческого продукта. Вы получите представление о том, как работать с творческим коллективом, как работать с разновозрастным коллективом. Также вы получите представление об инновационных формах досуговой деятельности. В процессе обучения нашими педагогами используются инновационные технологии, такие как баттл, вербатим, челлендж, квест, квист, стендап. Уникальность нашей программы в том, что студенты получат возможность разработки и реализации творческих собственных культурных проектов на площадках города Москвы, в досуговых центрах, культурных, образовательных центрах. У нас отличные базы практик. Это Московский городской дворец пионеров. Это Центр творчества Хорошова. Это детская школа искусств «Родник». Это Центр культуры Москворечья. Также у студентов наших будет возможность участия в творческих международных фестивалях. В прошлом году наши магистранты стали победителями таких международных фестивалей, как театральный фестиваль в Испании «Лорен-де-Мар», как театральный фестиваль в Берлине «Золотой ключик» и театральный фестиваль «Хрустальная часовня на Святой Земле» в Иерусалиме. Безусловным плюсом является наличие бюджетных мест. А также не забываем, что при очном обучении есть стипендия, есть льготы на проезд в транспорте и скидка на билеты в музеи, театры, выставочные залы. Срок обучения 2 года без отрыва от работы. Расписание предусматривает 2 дня в неделю, это будни. Вторая половина дня, например, с 14:40 до 20-21 вечера. Так приглашаем вас на творческие испытания и очень надеемся видеть вас в качестве магистрантов в Институте культуры и искусств Московского городского педагогического университета.